Яркие национальные костюмы, солнечные улыбки, красивый язык. На сцене дети разных национальностей поют белорусские песни. Творческих самарских ребят привлекает красота традиций, открытость души белорусов. Единство служит вдохновением, делятся русские участницы белорусского ансамбля. Мне очень нравятся их головные уборы, различные, вот как у меня, допустим, на голове венки, они соломенные, и можно придать абсолютно различную форму. Там у нас, мы когда приходим на занятия перед выступлением, нам на стол раскладывают различные венки, и мы их выбираем. Они более веселые люди, они как-то, они попроще, то есть у них всегда такие, они все на эмоциях. Фестиваль русско-белорусского искусства проходит в Самаре 12-й раз. Десятки номеров с национальным колоритом показали на гала-концерте. В отборочных этапах их было в разы больше. Ученики трех музыкальных и одной образовательной школ Самары, крупного творческого центра, с интересом учат и белорусский язык, и белорусские танцы. Изучают традиции и культуру братского народа. В этом году участников фестиваля объединила еще одна общая тема – юбилей победы в Великой Отечественной войне. В страшной войне все народы бывшего Советского Союза воевали плечо к плечу. Нам очень бы хотелось, чтобы дети выросли именно на той истории, которая выстрадана годами. Чтобы они знали о подвиге дедов, прадедов, чтобы они знали о дружбе народов славянских. У нас пришли поздравить руководители, представители очень многих национальных организаций Самарской области. Потому что действительно на Самарской земле мы живем в мире, дружбе и согласии. Не случайно фестиваль детского творчества проходит в апреле, когда два государства отмечают День единения России и Белоруссии. Единение, которое идет от сердца, прежде всего, единение, которое нерушимо. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.